Grožnjan, večno mladi grad, uvek isti za one koji se vraćaju. Međutim, zahvaljujući nekim ljudima koji se ovde stalno susreću godinama, taj grad ima svoj pečat, ima svoje lice i, mislim, nezaboravne trenutke za svakoga ko ovde dođe. Ja sam vrlo srećna da mogu danas predstaviti jednog od takvih koji je Grožnjanu dao jedan veliki deo svoje ljubavi, svoje profesije, svog vremena. To je Danii Shafran, svetsko ime među violončelistima, inače iz Sovjetskog saveza. Ja bih vrlo rado predstavila našeg gosta kroz razgovor, jer to govori mnogo više o njemu i o njegovom pogledu na Grožnjan i na sve što se ovde zbiva. Danijel Barisović, вы уже седьмой раз в Грожняне. В Югославии, конечно, намного больше, вообще много раз бывали. Но интересно, поскольку Грожнян – это совершенно другое, чем остальные города в Югославии, как у вас отношение к нему со стороны художества и со стороны вас как личности и человека? Я прекрасно понял все то, что вы сказали перед этим вопросом. И Югославия принадлежит к тем странам в мире, где красота природы, красота людей, духа, красота запоминаются и всегда влекут еще раз и еще раз. Но Грожнян – это, конечно, особый неповторимый город. И правильно вы сказали, потому что он вечно молодой, потому что все время приезжает молодежь, потому что те две недели, которые я здесь провожу в общении с молодыми музыкантами, для меня очень не только приятные, но они дают мне какой-то заряд бодрости, молодости. И потом я вам скажу, что общение с молодыми всегда дает возможность проверить что-то, то, что ты познал уже, то, что ты на практике внедряешь, хочешь передать другим. Так и на этот раз было. Да, я лично очень рада, когда встречаю человека здесь, но нам, конечно, в этом маленьком разговоре больше интересно. Более интересно художник Шафран, артист, музыкант. Так что в этом смысле Грожнян, и не только Грожнян, я бы хотела спросить о ваших мнениях, о ваших отношениях к музыке, к всему. Это очень может быть интересным, но, к сожалению, не может быть коротким разговором. Это длинная, бесконечная тема. Поэтому я попытаюсь очень коротко сказать то, о чем думаю все последнее время, как результат многих десятилетий концертной жизни, практики, работы, творчества. Мысль такова, что искусство и художник бесконечны в поиске совершенства, бесконечны в поиске и в познании красоты, окружающей нас в мире искусства, в мире музыки, в мире природы. И вот эти мысли все время, потому что трагедия художника, если он в какой-то момент думает или подумает, что он все знает, что он все может, что он все уже умеет. Кто бы ни был, самый великий артист всегда может больше, всегда знает об этом, должен знать и всегда хочет больше сделать, сказать людям. Да, я надеюсь, что в дальнейшей вашей работе музыканта не забудете Грожнян. Я постараюсь не забыть, потому что повторяю, что сюда я приезжаю не только за красотой, не только за вашим теплом человеческим, и которым подарила Югославия природа теплом, но и за общение с молодежью. Это самое приятное, я считаю. Да, я надеюсь, что если бы спросить молодежь, чтобы у них тоже были впечатления такие о вас, о всех этих курсах, которые проводили, и мы очень надеемся продолжать это. Спасибо. Хвала. Спасибо.